Добрый день! Сегодня мы поговорим о том, как может пригодиться изучение фундаментального анализа молодым и целеустремленным людям, кто только начинает свою взрослую жизнь и желает строить карьеру в финансовом секторе. Напомню, фундаментальный анализ – это способ оценки справедливой стоимости акций на основе изучения отчетности компании. Человек, использующий этот метод работы с фондовым рынком, учится разбираться в балансе и развивает навыки экономического анализа. Большинство крупных финансовых организаций, такие как банки, инвестиционные компании, пенсионные фонды, хедж-фонды, при работе на фондовых рынках для принятия решений в первую очередь используют фундаментальный анализ. Крупные компании обычно используют долгосрочные стратегии работы на финансовых рынках. Поэтому фундаментальный анализ просто необходим для трейдера, желающего работать в этой области. Также сфера, не относящаяся напрямую к фондовому рынку, такая как выдача кредитов, требует оценки финансового состояния заемщика как раз на основании фундаментального анализа. Вся финансовая сфера пронизана необходимостью анализа как собственной деятельности, так и контрагентов, конкурентов, объектов инвестирования и заемщиков. И все это осуществляется на основе изучения фундаментального анализа. Поэтому знание фундаментального анализа является вашим мощным конкурентным преимуществом по сравнению с другими соискателями и гарантирует солидную прибавку к зарплате. Любой банк, инвестиционная компания нуждаются в людях, умеющих анализировать отчетность и использовать фундаментальный анализ. Новые знания – это всегда возможность увеличить ваш доход. В период экономического и финансового кризиса обостряется конкуренция как среди опытных специалистов, так и особенно среди начинающих. Поэтому новые знания – это возможность победить в этой конкуренции и успешно двигаться к вашим целям. Курс, посвященный изучению фундаментального анализа, позволит начинающим специалистам окунуться в мир фондового рынка. Вы получите все необходимые знания в области фундаментального анализа. И самое главное, сможете применить их на практике. Изучение фундаментального анализа позволит вам взглянуть на финансовый мир глазами инвестиционных аналитиков, трейдеров и управляющих активами. Наравне с гуру фондового рынка вы сможете зарабатывать реальные деньги на основе оценки справедливой стоимости компании. Один раз инвестировав в свои знания, вы будете получать дивиденды в виде высокой заработной платы всю жизнь. Богатство начинается с финансовой грамотности.